Необычную викторину в день первого президента провели учащиеся Назарбаев интеллектуальной школы «Семея». Ученики на микроавтобусе исколесили весь город, выбирая участников конкурса. Ими становились обычные прохожие. За каждый правильный ответ на вопрос о жизни и деятельности главы государства победителям вручали ценные призы. Познавательная викторина пришлась по душе жителям «Семея». Организаторы теперь планируют проводить такой конкурс ежегодно. Мерекеден шет қалмайық деп. Мы решили по-своему отметить праздник и решили провести конкурс. Чтобы подготовить вопросы, мы изучили множество книг, энциклопедий. Очень приятно, что жители много знают о президенте.